Между Россией и Латинской Америкой связывают тесные связи, как на производственном уровне, так и образовательном. Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ 3 дня будет принимать гостей из Института Латинской Америки Российской Академии Наук. В ходе визита состоялся научно-образовательный семинар «Российская иберо-американистика. Традиции и перспективы». Есть интерес российских предпринимателей при выходе на рынки стран Латинской Америки, есть интерес в инвестиционном сотрудничестве, есть интерес с латиноамериканской стороны в поставках различной продукции на российский рынок. Мы считаем, что в современных условиях это направление сотрудничества сейчас нужно развивать, усиливать, укреплять. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюз.